86 боев и лишь 4 поражения. Второе место для самого спортсмена – неудача. Мама боксера говорит, когда сын уезжал, он был уверен в победе. Я вообще на первое место надеялась, ожидала. Я была уверена даже, когда он уезжал, что он выиграет. Переживала, когда он позвонил, расстроенный был, что у него второе место. Я говорю, ну ничего, в следующий раз будешь первым. Надо постараться немножко. Щукареву Кириллу 14 лет. Он привез серебро с чемпионата Европы по боксу среди школьников. Кровавым видом спорта занимается 5-й год. До этого бегал на лыжах, плавал, тренировался в секции карате. Как мама, Светлана очень переживает за сына. Это зависит, мне кажется, от тренера, как он будет подготавливать его, объяснять, что нужно защищаться в первую очередь. Во всех видах спорта травмы бывают. Без этого никак не получится. Сейчас не так, а первые бои, когда были, очень переживалась. Хотелось выйти на ринг самой. Было и такое, да. Но сейчас привыкла уже. Спорт не для слабых, а спорт ямальский требует от своих приверженцев двойных затрат. Сказывается и северный климат, и нехватка кислорода. Для самых незначительных достижений необходима жесткая дисциплина, ежедневные тренировки, диета. Спортсмену нужно поддерживать определенный вес, чтобы не вылететь из своей весовой категории. В сентябре месяце снова у нас получается очень много соревнований, турниров. И в декабре месяце у нас будет переходная Россия, где уже мы перейдем на возраст чуть более старше, 98-99, где нам будет, конечно, посложнее. Но, естественно, мы будем работать так же и стараться выигрывать. Сам Кирилл признается, что устал. Все лето ему приходилось держать оборону и побеждать на всех уровнях – региональном, УРФО, России и, наконец, Европы, где парень стал вторым после хозяина территории – ирландца. Сам спортсмен на вопросы отвечает кратко и скупо. Бывают серьезные травмы? Бывают, нет. Там нос разобьет, еще чего-нибудь. Может и сломать. А как ты относишься к боли, к ударам, вообще к ударам, ну, жизненным таким? Ну, я стараюсь не пропускать. Не пропускать его учит правильный тренер, тот самый, о котором говорила мама. А бокс – это не только участие, победы и поражения. Это школа жизни. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города.